данный момент мы занимаемся укладкой нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке Фиолетовское шоссе возле Стрелецкого рынка. Сейчас работы производит ООО «Дорожник». Работы идут в плановом режиме. Мы вписываемся в намеченный график. Сейчас мы производим работы в полный световой день. Планируем еще включить освещение и работать две смены в ночной и в дневной, чтобы полностью уложиться в срок. Производственных мощностей хватает вполне. Свой завод асфальтобетонный у нас производит 110 тонн в час, поэтому этого полностью хватает, чтобы завершить укладку. Нижний слой покрытия несет основную нагрузку от автомобилей и выполняет роль скелета асфальтобетона. Щебень применяется там 20-40, крупный заполнитель, для того, чтобы выдержать нагрузку большегрузного транспорта. Верхний слой 5-сантиметровый из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Щебень откуда? Щебень для изготовления этого асфальтобетона из симферопольского карьера. Укладка производится при помощи асфальтоукладчика Vogel 2100. Немецкая техника с подогревом плиты, с датчиками нивелировки, высоты, то есть со всем компьютерным необходимым оборудованием для соблюдения технологии. Вибробрус, виброплита, все как полагается по технологии. Уплотнение производится катками HAM, тоже немецкими. Три катка массами 8 тонн, 11 и 13. Качество выполняемых работ на участке контролирует мастер. Ну, также присутствует технадзор и стройконтроль от заказчика.